Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении кражи лошадей. 25 февраля в дежурную часть полиции обратился 49-летний казалчанин с заявлением о краже скота. В ходе проверки установлено, что неизвестные похитили 6 лошадей с пастбища в местечке вблизи села Карахак, которые находились на свободном выпасе. Также в заявлении мужчина указал, что животные имеют отличительные признаки – тавро. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались двое казалчан в возрасте 35 и 37 лет, ранее судимые за совершение имущественных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело, кража, совершенная в крупном размере. При расследовании полицейские в частном гараже поселка Каахем обнаружили 3 лошади из 6 похищенных. Во время допроса 35-летний подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что остальных животных они забили, а туши сбыли скупщиком мяса. В ходе проведения следственных действий из гаража, расположенного на территории частного домовладения, были изъяты 3 похищенные лошади, они переданы владельцу, и 2 топора. В настоящее время фигуранты уголовного дела помещены в изолятор временного содержания в порядке статьи 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.